В эфире новости ЮРГУ. Итоговый выпуск. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте! В ЮРГУ проходят профориентационные встречи с абитуриентами. Консультационный центр для абитуриентов начал свою работу в ноябре 2020 года. Каждую субботу родители вместе с абитуриентами могут прийти и узнать о направлениях подготовки и правилах приема на новый учебный год. Подобный формат позволяет школьникам более осознанно подходить к выбору будущей профессии. Консультация проходит один раз в неделю по субботам с 2 до 4. То есть на одну пару родителей плюс ребенок выделяется полчаса времени, ну и, соответственно, соблюдение всех норм Роспотребнадзора. Отметим, что во время пандемии сотрудники университета подготовили для абитуриентов более 200 видеороликов о направлениях обучения и провели онлайн более 22 дней открытых дверей. В данный момент общение ведется в чатах 24 часа в сутки. В апреле 2021 года пройдет второй форум иностранных студентов «Уралфест». Подготовка к нему уже началась. Уральский форум иностранных студентов и выпускников планируют провести во второй раз в конце апреля 2021 года. На данный момент идет подготовка как к онлайн-формату, так и к офлайн. В обязательной программе – творческий концерт и тренинги. Сейчас мы уже начали подготовку. Оргкомитетом мы собираемся с кем-то онлайн, с кем-то вживую и обсуждаем программу, которая будет непосредственно проходить в те дни форума. Это 3 дня, вот в конец апреля мы планируем. Напомним, что участниками форума могут стать российские и иностранные студенты и выпускники вузов Уральского федерального округа. ЮРГУ приглашает на День открытых дверей. Онлайн-мероприятие пройдет 31 января. Первый в 2021 году онлайн-день открытых дверей пройдет 31 января. Трансляция начнется в полдень. Абитуриентам и их родителям расскажут о правилах приема в 2021 году, о основных направлениях по программам подготовки, о возможностях индивидуализации обучения и о системе дополнительного профессионального образования. Во время эфира также можно будет задать интересующие вопросы о поступлении в ВУЗ в специальном чате. После общей трансляции Дня открытых дверей начнется онлайн-марафон встреч с директорами высших школ и институтов. Ссылку на эфир можно найти на сайте университета. Там же опубликован график встреч с директорами. Для школьников прошла экскурсия в военный учебный центр ЮРГУ. Подробности далее. Уже несколько лет в военном учебном центре ЮРГУ реализуется программа «Верные сыны Отечества». Ее цель – гражданско-патриотическое воспитание детей, учащихся в школе. В рамках этой программы военный центр ЮРГУ посетили ученики первых-третьих классов образовательного центра номер 5 города Челябинска. Мы проводим ознакомление наших школьников, нашего подрастающего поколения, всем вооружением военной техникой, которая состоит на вооружении российской армии, которая имеется в военном учебном центре. Мы познакомим детей, хоть и не маленькие, с находками нашего поискового отряда университета и с той выставкой, напротив которой мы, собственно говоря, сейчас и находимся. Школьникам рассказали и об истории военного центра, о его создании и о том, чем живет центр сейчас. А после детям дали возможность поближе познакомиться с российским вооружением. Изучить изнутри танк, БМП и БТР. В танках мне понравилось, в танке там БТР лазить. Понравился мне больше всего танк Т-80. Мы, получается, всякие военные машины, танки смотрели, нам они рассказывали, колеса у танков. Мы лазали сейчас по танкам этим, как по люкам, по кабинам. Еще мы смотрели кнопки всякие, управления такие, как у военных. Было военные времена, получается. Получается, еще мы смотрели пушки, как стрелами заряжали. Не как стрелами, а куда стрелы убирали, как это стреляло, как это выглядело. После экскурсии для детей прошел урок мужества. На нем ученики узнали о том, какой вклад внес Южный Урал в победу в Великой Отечественной войне. 25 января свой профессиональный праздник отмечали все учащиеся – День студента. В ЮРГУ он прошел с размахом, как расскажем прямо сейчас.
Ни морозы, ни пандемия не помешали празднованию Татьяниного дня в Юргу. В этом году для студентов прошел настоящий русский праздник гулянья. Народные забавы, катание на санях и танцевальный баттл. На улице перед главным корпусом Юргу ведущие аниматоры и ростовые куклы приветствовали студентов, преподавателей и сотрудников университета. Самая основная сложность – это непредсказуемая погода уральская. Если бы был мороз, скорее всего, мы не рассматривали бы возможность проведения мероприятия на улице. Ну а так, в принципе, у нас сложности нет. Мы работаем большой дружной командой, управление по внеучебной работе, центры творчества. Поэтому, мне кажется, у нас все получилось. Традиционно в Татьянин день ректор Юргу Александр Шестаков исполняет три желания студентов. А в этом году решил исполнить целых 4. Подарил студенту книгу Оскара Хартмана «Просто делай, делай просто». Запланировал проведение фотовыставки «Связь поколений», организацию раздельного сбора мусора в ВУЗе на постоянной основе и экскурсию студентов на смотровую площадку Юргу. Очень порадовался тем, что вот эти желания студентов были правильными, серьезными и хорошими. Чтобы участники гуляния не замерзли, им наливали горячий чай и угощали баранками, пирожками и конфетами. А ректор Юргу Александр Шестаков по традиции разливал глинтвейн всем желающим. Здесь очень много подвижных игр, подвижных именно мероприятий, поэтому ты не успеваешь просто замерзнуть, ты всегда находишься в каком-то тонусе. Тем более у нас здесь согревающие напитки глинтвейн. Поэтому я думаю, замерзнуть ну просто нереально. Мне нравится, это так очень классно придумали. За карантином мы не можем в зале праздновать и придумали это делать на улице. Очень классно. После зимних гуляний праздник продолжился в научной библиотеке Юргу. На 4 этажах прошел настоящий творческий фестиваль. В принципе, киновечер, гитарник, творческие мастер-классы – это тоже все их желание проведения. Мы собирали у ребят со студсоветов, с высших школ и институтов то, как они хотят отпраздновать этот день. Ну, а точка библиотеки пришла нам в голову благодаря проекту, который сейчас реализует университет совместно со студентами архитектурно-строительного института. Скоро холл библиотеки, где у нас сейчас проходит мастер-класс танцевальный, преобразится. И поэтому мы решили ребятам показать вот это вот красивое, большое, очень нужное для нашего университета. Университета пространства. Один из руководителей художественного направления проекта «Третьяковка» Лидия Степанова провела для студентов мастер-класс по живописи. Участники рисовали картины в стиле Ван Гога. Сегодня была предложена такая тематика, как воплотить такую творческую работу в стиле Ван Гога. То есть с элементами, вообще которых не было у Ван Гога. То есть мы берем его технику, делаем его небо, мазки, цвета, но при этом добавляем какие-либо силуэты, не связанные с тематикой его картин. Музыкальный клуб «Музком» устроил квартирник на втором этаже библиотеки. Встреча прошла в теплом и дружеском кругу тех, кто любит петь и играть на гитаре. По большей части организационные вопросы заключались только в том, чтобы оборудовать место и, в принципе, найти кого, кто сюда может прийти. В принципе, все. В самый последний момент записалось 25 человек. Ориентировалось на 25 человек. Также мастер-класс прошел на первом этаже научной библиотеки. Его провели участники студии исторического танца «Гатака». А на третьем состоялся кинопоказ. Когда приходишь сюда и слышишь своих ребят, понимаешь, что ты дома. Понимаешь, что здесь комфортнее и уютнее, чем могло бы быть, смотря дома сериалы и читая книжки. Так что я рада, что пришла сюда и довольна. Отметим, что 25 января – это не только День студента, но и Татьянин день. Поэтому всем Татьянам вручили памятные подарки.
Правительство России предоставляет возможность иностранным студентам получить бюджетное место в вузах страны. Подробности далее. Иностранные граждане могут учиться в ЮРГУ бесплатно и получать стипендию. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет конкурс на получение квот. Ежегодно в ЮРГУ по госстипендии поступают от 30 до 50 студентов. Получить такую госстипендию или иначе квоту могут как те студенты, кто только поступает на первый курс к нам в университет, или, например, они заканчивают один уровень образования, бакалавриат, и переходят на следующий уровень, на магистратуру. То есть тоже можно подать заявку и получить квоту на обучение. Также, если у студента очень хорошая успеваемость, есть различные достижения в разных сферах жизни университета, он может подать заявку на получение подобной стипендии, начиная со следующего года своего обучения, со второго, третьего или, допустим, четвертого курса. Но университет всегда отбирает только тех, кто прошел полностью конкурсный отбор и соответствует критериям обучения в вузе. На данный момент по квоте в ЮРГУ обучаются около 70 студентов на основных образовательных программах – бакалавриат, магистратура и аспирантура, и около 10 слушателей подготовительных курсов. Для того, чтобы подать заявку, нужно пройти несколько этапов. Они должны зарегистрироваться на сайте, о котором мы напишем в группе Ассоциации иностранных студентов. Могут зарегистрироваться не только студенты, но еще все желающие абсолютно. Они регистрируются, заполняют все необходимые данные, прикрепляют необходимые документы. Это обязательно характеристика с кафедры, паспортные данные и документы об обучении предыдущем. Также, если у студента есть какие-то грамоты, то он их также подгружает. Если у него есть недавно пройденный медосмотр, это тоже является обязательным критерием для отбора, он тоже прикрепляет результаты этого медосмотра. Напомним, что квота включает в себя не только бесплатное обучение в университете и ежемесячную стипендию, но и предоставление места в общежитии на весь период получения высшего образования. В России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Поставить вакцину могут и сотрудники ЮРГУ. Подробности далее. Прививочная кампания для сотрудников ЮРГУ будет организована в городской больнице номер 2. На сегодняшний день желающих больше 700 человек. О своем желании поставить прививку можно сообщить, заполнив специальную анкету, высланную на почту всем сотрудникам вуза. Отметим, что вакцинация полностью добровольна. Мы не можем заставить людей против воли вакцинироваться. Это все-таки вещь добровольная. Мы будем разъяснять, где, для кого это важно, какие есть преимущества при вакцинации, где есть ограничения. Вакцинация пройдет группами по 5 человек. После введения препарата необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врача. Вторая доза вакцины вводится на 21 день, а после формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до 2 лет. Однако есть ряд противопоказаний к процедуре. Например, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний или наличие антител COVID-19. Я в октябре переболел коронавирусом, поэтому у меня пока с антителами все в порядке. И как сегодня говорили сотрудники медицины, полгода нужно как бы потерпеть. То же самое. Посмотрим, ближе к лету, значит, сдам анализы. Если они у меня антитела исчезнут, то я вакцинируюсь. Вакцинация проводится бесплатно. Но важно помнить, что введение препарата не отменяет ношение маски в общественном месте. В Южноуральском государственном университете завершилась зимняя сессия. Как с ней справились иностранные студенты, расскажем прямо сейчас. Зимняя сессия позади. Студенты ЮРГУ сдали последние экзамены. В этом году из-за пандемии все прошло в онлайн-режиме на платформе «Электроны ЮРГУ». Иностранные студенты вуза также справились с этой задачей. Они отмечают, что дистанционный формат удобен не только во время сдачи экзаменов, но и во время обучения в семестре. Мне удобно учиться на дистанции. Я могу на лекции поступить, когда я сижу одна в комнате, и мне это удобно. А еще, даже если у нас какие-то чрезвычайные случаи, я могу везде, где я находился в этот момент лекции, я могу на лекции присутствовать. Аскар Султанов, студент второго курса Политехнического института ЮРГУ, учился и сдавал экзамены, находясь в Узбекистане. При помощи однокурсников и преподавателей молодой человек вовремя выполнил все задания и ушел на каникулы без долгов. Преимущество сдачи экзаменов в онлайн-формате, да, есть. Ты себя чувствуешь
увереннее, не волнуешься так, как в очном формате. И свободнее, сидя дома. Но мне бы попроще изучать предметы и сдавать экзамены вживую, глаз на глаз, как-то больше можешь общаться с преподавателем и каких-то вопросов узнать больше ответов, чем в интернете. Теперь студентов ЮРГУ ждут каникулы. Для них учебный семестр начнется в феврале, а для студентов выпускных курсов стартует период преддипломной практики. На учебу они выйдут в марте. Творческий проект «Третьяковка» выиграл в конкурсе президентских грантов. Теперь организаторы получат 2 миллиона рублей на его организацию. Третьяковка – это творческий образовательный проект. Он вырос из летней смены в лагере «Олимп». Сегодня это объединение студентов Челябинска по нескольким направлениям – танцевальное, музыкальное, театральное, художественное, графический дизайн и кино-видеорежиссура. Руководитель проекта Наталья Лапшина при помощи правкома ЮРГУ уже выиграла несколько грантов, самый крупный из которых – президентский. Всего на конкурс было подано около 10 тысяч заявок. Проект «Третьяковка» вошел в число 2000 победителей и получил финансирование. Во-первых, для меня это огромное достижение, честно, потому что выиграть президентский грант, ну, я не знаю, вот кроме своих ребят, я вообще пока в своем окружении никого не встречала. Но, естественно, это значит, что мы будем расти, у нас с каждым разом, благодаря грантам, увеличивается наша целевая аудитория. Продолжительность реализации гранта 1 год, что-то будет входить. Мы сейчас, нам будет выделено помещение, и где мы сможем сделать ремонт, и уже именно в нашем помещении, мы его назвали творческий коворкинг «Третьяковка», будут проходить также абсолютно бесплатно все наши мастер-классы по направлениям, также культурно-массовые мероприятия. Сегодня «Третьяковка» – автономная некоммерческая организация. В планах вывести проект на российский и международный уровень. Иностранные студенты ЮРГУ ведут активную внеучебную жизнь. Они ходят на каток, катаются на лыжах и проводят межнациональные праздники. Ежегодно Ассоциация иностранных студентов разрабатывает план внеучебных мероприятий на год. Их около 30. Культурные, образовательные, спортивные и информационные дни. Из-за пандемии многие перенесли в онлайн-режим. Ассоциация ведет активную деятельность в социальных сетях, имеется YouTube-канал, и у нас есть еще одно разветвление – это волонтеры. А из волонтеров – это тоже иностранные студенты, ребята, которые нам помогают в организации мероприятий. И вот, например, поход на каток, другие адаптационные мероприятия сейчас в основном занимаются это волонтеры. Они организуют, посещают и помогают в адаптации, в знакомстве иностранных студентов с культурой, с городом. Следующее мероприятие, которое планируют провести – китайский Новый год, также в онлайн-режиме. Праздник в ЮРГУ отметят 11 февраля. Друзья, напоминаем вам, что в ЮРГУ действует обязательный масочный режим. Просим вас носить маски в учебных аудиториях, а также при перемещении по корпусам университета. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Задумались о смене деятельности? Работа не приносит удовольствия. Зарплата не устраивает? Не отчаивайтесь. Вам поможет портал госуслуг. Зарегистрируйтесь на сайте. Закажите справку о состоянии рынка труда и в течение 5 минут получите информацию о востребованных профессиях и заработной плате в регионе. Подайте заявление на поиск подходящей вакансии. Госуслуги. Проще, чем кажется.